Это у нас веранда специальной марки, да? Очевидно, что бизнес по торговле суррогатом был поставлен на широкую ногу. По мнению полицейских, эта партия спиртного далеко не первая. Сама же алкогольная продукция, выдаваемая за элитные сорта коньяка и виски, производилась в соседнем регионе. Было установлено, что алкоголь производился в Оренбурге. В основном поделались пол-литровые и литровый объем таких известных марок, как Jack Daniel's, Chivas Regal, Hennessy и так далее. После того, как меченые купюры оказались в руках подозреваемых, они были задержаны полицейскими. Стражи порядка изъяли несколько десятков ящиков с суррогатом 10 различных видов. При наличии такого количества улик бутлегеры не стали отрицать своей причастности. За что вы задержаны еще раз? Продажа алкогольной продукции. На какую сумму? 1 950 000. Экспертиза показала, что весь изъятый алкоголь опасен для жизни и здоровья человека. Возбуждено уголовное дело за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.